Эстетическую гимнастику часто сравнивают с художественной, в отличие от которой все движения должны выполняться плавно, в непрерывном потоке друг от друга. Там нет меня, где на песке не пролегли твои следы, где птица белая в тоске, где птица белая в тоске кружит у пенистой воды. Я только там, где звук дрожит у губ желанной пристани, и где глаза твои стрижи скользят по небу пристани. Там нет меня, где дым волос не затуманит белый день, где сосны от янтарных слез, где сосны от янтарных слез утрет заботливый аллей. Я только там, где ты порой на дверь глядишь с надеждою, и как ребенок с детворой ты лепишь бабу снежную. Там нет меня, где пароход в ночи надрывно прогудел, где понимает небосвод, что без тебя осиротел. Я только там, тебя ни дня жить нельзя мне. В выступлении Даши были технические недочеты. Во время броска бумеранг она потеряла ленту. Но как настоящая актриса, она ни на миг не вышла из образа и отыграла свою гимнастическую роль до конца. Как жюри это оценит? Дарья Камасова и команда по эстетической гимнастике «Мадонна». Девочки, большое вам спасибо. Спасибо, вы действительно поддержали, это было красиво. Ирина Александровна, можно, пожалуйста, вопрос по теории, потому что зрители сейчас впервые столкнулись с этим разграничением. Чем художественная гимнастика, в данном случае от эстетической, отличается? В чем разница? Отличие художественной гимнастики от эстетической в том, что там нет предметов. Поэтому это не совсем художественная гимнастика была, поскольку у нас работа с предметом. И тут предмета не было особо видно. Если мы разыгрываем конкурс в групповых упражнениях, то нужно, чтобы сливались и те, которые у нас участвуют в конкурсе, и те, которые их сопровождают. И это самое главное, чтобы это было как единый организм. Один за всех, все за одного. Вот такой девиз группового упражнения. Здесь, к сожалению, мы этого не увидели. Я думаю, что 8 баллов. 8. Владимир Натанович. Я хоть и ученик Ирины Александровны, я, может быть, меньше специалист. Мне показалось трогательно, красиво 9. Вы знаете, тут такая история, учитывая, что Даша дебютирует, и она все-таки решила, ну, кто как, ищет сил, поддержки. В данном случае Даша, ну, молодец, она исполнила в данном случае, наверное, не только мою детскую мечту, а мечту миллионов российских ребятишек, которые выросли на такой картине. А это классика, между прочим, восточных единоборств и боевых искусств, которая называется Mortal Kombat. И, конечно же, они этого артиста знают очень хорошо. Это легенда. Легенда мирового кино, на самом деле. Кери Хироюки Тагава, который пришел поддержать Дашу Якомасову просто потому, что они снимались в одном фильме, который уже вышел на экраны. Кири-сан, would you please come here?
Господин Керри, приглашаем вас присоединиться к нам, чтобы поддержать эту молодую девушку. Она очень переживает. Спасибо большое за эту поддержку. Вы настоящая легенда. А это наши судьи. И они тоже легендарные личности в художественной гимнастике, спортивной гимнастике. Великие артисты. Мы очень гордимся, что у нас такой состав в шоу. И спасибо, что вы тоже сегодня с нами. There's a reason why it's called Channel One. Yeah, that's true. Керри-сан говорит очень так по-восточному. Спасибо Первому каналу, и теперь я понимаю, почему этот канал называется Первым. Да, мы тоже так уверены. Thank you for being with us tonight. Спасибо вам за то, что были с нами сегодня. Пожалуйста, наслаждайтесь шоу. Спасибо большое. Это не то, что мы оказывали давление на жюри, ну просто так получилось. Лариса Семеновна, Филипп, ваши оценки, Лариса Семеновна, пожалуйста. Вы знаете, Дашенька очень хорошо двигалась. И чувствовалось, что она получает удовольствие от музыкального сопровождения. И она соответствовала этому музыкальному сопровождению. И я все ждала, когда же она начнет работать с лентой, которая здесь довольно долго лежала. И вот, когда она стала работать с лентой, вот здесь, к сожалению, пошли ошибки. Одна, потом другая. А этого мы, как жюри, не могли оставить без внимания. Поэтому 8. Филипп. Это было прекрасно. Так, это мы понимаем. И... Согласны. From... Россия, Russia, от России получает 9 баллов. From Japanese to Japanese. So, what can I say more? I don't know. Яна, после вашего английского нам тут делать нечего просто. Взяла всех и убрала просто. Яна, я хотел узнать, на каком языке Филипп говорил. Чтобы просто... понять, о чем речь. Нет, но жалко, что вот друг нашей Дарьи не вышел раньше, были бы оценки выше. Сенсей, Рэй! Вы знаете, этот мужчина в молодости занимался карате, поэтому вы можете представить, как он вас уважает. Это без страховки, дорогие друзья. У нас есть хорошие результаты для Дарьи Якомасовой. Тем временем. 34 у Даши. Спасибо большое. Thank you, everyone. Спасибо всем. Спасибо, Даша. Присоединяйся к команде.